Антон, прости, можно спросить тебя об одной вещи? Не прощу, не за что. Самый большой труд заключается в самовоспитании, в самоорганизации, в самоопределении, в самостоятельности. Труд над собой. Это трудно, поэтому я тружусь. Я не работаю, я тружусь, потому что это трудно. И вот труд над собой, он самый трудный труд из всех трудов. Поэтому начинать нужно с себя. Спаси сам, себя сам, и тысячи спасутся вокруг. Следить за каждым своим словом. Пулеметы Гатлинга выключаем, батарейки вынимаем, ленты ложим в шкаф, закрываем на замок. Каждое слово на вес золота. Если человек неосознанный, если человек не осознал, кто он есть на самом деле, никакие документы не помогут. Я в какой-то малинник попал. Ура, Германия проснулась. Как он называется? Шлагбаум, да, по-русски будет? Ой, итальянский выскакивает. Мы, как русские, только начали. Сделаем с Барбарой встречу. И все документы переведены на русский язык. И примут их себе под кожу. Выгоняют людей из квартиры, мы хотим применить эти документы. Уточняю в терминах. OPPT, One People Public Trust, переводится на русский язык. Доверительное управление единого народа. Это уже распространилось на другие страны. Афидавит, который имеет очень большую силу. Ко мне тут же обратились немцы, они увидели, им понравилось. И у них это получилось. Вывели из своих трастов рождения 30 миллионов долларов. Тут чудеса тут творятся какие. Но система все это заметила. Каждый должен просто проявить волю и сделать свой выбор. Даже есть детские группы OPPT. Вот об этом я не слышала на русском пространстве. Так кто у нас переначивает, так это ты все время. Девчонки, не ссорьтесь, это не тема нашего разговора. Агрессия – это самое худшее прохождение урока. Дай, пожалуйста, время этому научиться. Мы тоже простые люди, нам тоже... Нету времени учиться, нету. В процессе, мы в пути. Я этим всем занимаюсь, один причем. А где ваши мужчины? Муж объелся груш. Ну это муж объелся груш. А где мужчины? Очень много интересных людей вокруг тебя. А вот тут, в первую очередь, переименуй. Ну сходи, сделай действие, прояви свою волю. Будьте творцами, свое творите. Хватит чужие чаты залазить. Творец через эту ситуацию тебя заставил буквально стать творцом. Добра и мир учителям нашим. Если есть стадо, есть пастух. Не наоборот, на другой чаше весов обязан появиться пастух. Потом думаю, нет, надо разобраться в ситуации. Я сегодня не в форме, не в погонах. Смысл ясен? Так точно.